Кися, подожди. Ну серьезно. Блин. Так, мне нужно два баллона, чтобы починить огнемет. Я не могу ничего. У меня по патронам полная жопа. Но может быть я могу что-то улучшить? Я что-то хотел улучшить, но я не помню, что именно. Я копил, по-моему, на крипты вот сюда, да? 800. У меня 555, значит, копим дальше. Угу. Так, я нищ, гол и вонюч. Это последняя битва с боссом. Меня реально просто выматросило всего, потому что у меня теперь нет ничего. Но между тем у нас... Спокойнее, детектив. Чем я могу помочь? Ой, ты можешь помочь много чем, потому что я уже давно здесь, ты знаешь. Все это время я дурею. Вам снова требуется моя помощь. Да. И самое главное, мне нужна информация. Я чувствую это. Но в данных обстоятельствах только это. В каком смысле? Что-то мешает моим чувствам. Затрудняет восприятие. Здесь у всех так. Хотя тех, кому нужна ясность восприятия, здесь уже слишком мало. Вы один из последних. Надолго ли? Звучит зловеще. Ну что ж, давайте-ка я вами займусь. Так, что я тут хотел? Мне на что-то, по-моему, 12 тысяч надо было. Но я не помню на что. Может быть, ты хочешь подольше бегать? Может быть, тебе нужно больше здоровья? Может быть, тебе нужно... Нет. Может быть, тебе нужно... Вот это вот... Подожди, а что это? Удар бутылкой. Не, это такая шняга. Может быть, тебе нужно... Знаешь, мне много чего нужно на самом деле, короче говоря. Позволяет отбрасывать от себя оглушенных врагов. Не действует на определенных врагов. Мэ. Я думаю, что я пожалею об этом, но это мне сейчас нужно больше всего. И здесь у нас пинок. Ой, подожди, какой пинок? Что-то как-то неудобно сегодня. Нажмите Y при прицеливании, чтобы замедлить время и сосредоточиться. 75 тысяч! Хм. Любопытно, любопытно. Так, в шкафчиках у нас же ничего. А, он, да, у нас нет ни одного ключа. Подожди, но между тем там что-то лежит. Что-то, что может мне сейчас помочь. Нет, по-прежнему не лезет. Вот с чем, с аптечкой у меня, как правило, не возникает проблем. Так, ну ладно, пойдем. Попрощаемся с Онилом. Я что-то ловлю, кстати. А, это Онил. Нет. Я всегда буду слушаться вас. Да, хозяин. Конечно. Механизм работает как положено. Спасибо. Отец Теодор. Когда я слышу это от вас, меня переполняет гордость. Что? Но она не может нам навредить. Она не... Нет. Я всегда буду слушаться вас. Конечно, буду. Все, что вам угодно. Юкико, ты меня слышишь? Я нахожусь в мастерской. Все мертвы, но опуски уже не важны. Так что, пожалуйста, приходи ко мне сюда. Я должен показать тебе кое-что. Это важно. Прости, Юкико. Это он заставляет меня. Да уж. Знак влияния. Теодор тут повсюду оставляет следы. Это как своеобразная форма общения с ним. Ну да, ну да. Так, вроде больше тут ничего нет. Блин, мне его на самом деле довольно сильно жалко. Ну то есть я к нему как-то прикипел. Тут были персонажи, которых я сам спасал. Были персонажи, которые просто появлялись. Вот к нему я уже привык. Я уже привык, что он все время рядом. Что он неплохой парень. И нашел я статуэтку. Так ты знаешь Теодора Уоллеса? Конечно, он у нас отвечает за поиск кадров. Но что он делает в STEM?
и зачем он это делает? Ты много о чем не знаешь. Теодор хочет заполучить Лили. Ты видела, что он сделал с О'Нилом. И если потребуется, он сделает это с любым. Он порвет все в клочья, лишь бы поймать ее. Я не могу этого допустить. Это знаешь, это мы еще с Мирой не разобрались. То есть Мира как бы это отдельная пьеса. Что это? Я не уверен, но это подозрительно напоминает излучатель стабильного поля. Как бы там ни было, О'Нил сказал уничтожить его. И я это сделаю. И даже знаю как. Это я. Себастьян, я уж думала, ты про меня забыл. Ну что, ты закончил со своей взрывчаткой? Да, теперь ищу повод, где бы ею бабахнуть. Отлично, отправляю свои координаты. Тащи весь арсенал. Пойдем на охоту. Ясно. Уже иду. До скорого. И хоть скажи, что тут до хрена врагов осталось позади. Почти готово. Скажите, когда можно будет. Когда будете готовы заряжать взрывчатку, поговорите с Эсмеральдо. Так. Объясни-ка мне кое-что, Хоффман. Ты не очень-то удивилась, увидев здесь Эсмеральду? А должна была. Она не новый человек в Стэм. В Мёбиусе все всех знают, да? Скорее, это я всех знаю. Я много лет занимаюсь оценкой новых сотрудников. Как одна большая семья уродов. Эсмеральда самый полезный человек в опасных ситуациях. Она хороший солдат. Вот это прямо в точку! И самый бесячий персонаж в серии. Выходит, ты и Миру знаешь? Знаю. Мы плотно сотрудничали. Как она могла это сделать? Как она могла просто стоять и наблюдать, как они проводят опыты над Лили? Как она могла сказать Лили, что я мертв? У Миры очень сильный материнский инстинкт. Она вступила в Мёбиус ради Лили. Ну и про опыты ты загнул. С Лили хорошо обращались, и она могла ежедневно общаться с матерью. А по поводу того, что Лили считала тебя погибшим... Думаю, Мира сказала это, чтобы защитить ее чувства. Да, здорово. Значит, материнский инстинкт Миры просто немного вышел из-под контроля. Надеюсь, когда все будет кончено, дела в вашей семье наладятся. Женщина, она меня в пропасть скинула совсем недавно. Она хотела, чтобы я погиб. Я побывал в мире Теодора. Если это отражение того, что у него в голове, то у него явно проблемы с психикой. Это объяснило бы его силу. И все же он прячется. Наверное, из тени проще манипулировать. Ну, я его вытащу из этой тени. Если Лиам сказал нам правду. Есть только один способ проверить. Тебе лучше не быть здесь, когда эта штука рванет. Да уж, не хочется. В соседней комнате интересные приборы, над которыми работал Лиам. Проверю, вдруг найдется что-то интересное. Ладно, но потом возвращайся в свое убежище. Кто знает, что будет, когда мы выведем из строя эту штуку? Ладно. Так и дам. Так, хорошо. Ёлочки всякие. А, это не ёлочки, господи. Так, открыть. Сейчас я посмотрю. У меня началась какая-то паранойя по поводу... статуэток, которые здесь могут быть где угодно. Поэтому я, пожалуй, сначала все осмотрю. Ничего не найду. Посмотрев прямиком на статую. И после этого будем взрывать. А, вот. Спасибо. Это мне очень даже кстати. Ну, я надеюсь, что мне писали про эту статуэтку. Но лучше так не спойлерить, потому что видите, что начинается. Я начинаю каждый угол обнюхивать. Так, скажи-ка мне, Торрес. Так ты уже была знакома с Хоффман? Все знают Хоффман. В Мёбиус все попадают только через ее кабинет. Ей можно доверять? Раньше я бы ответила нет, но ничто так не заставляет пересмотреть лояльность, как предательство со стороны руководства. Она здесь в ловушке, как и все мы. Хм. То есть ты не уверена? Да нормальная баба, просто немного отмороженная. Ну да, сложновато доверять тем, кто смотрит на меня, как на молекулу под микроскопом. Не знаю, что будет, когда мы взорвем эту штуку. Я тоже. Но мы хоть что-то делаем. Вряд ли Теодор согласится оставить Лили в покое. Он, похоже, не из тех, кого можно уговорить на правильный поступок.
Так что, прикажешь стрелять на поражение? Просто говорю, что нужно быть готовыми ко всему. Никто не знает, что здесь может произойти. Извини за вопрос, но как девушка с твоим характером оказалась в такой организации, как Мёбиус? В армии я была подрывником. Военные одолжили меня Мёбиусу для спецопераций. Когда моя служба закончилась, пришли они. И ты просто вступила в их ряды? Они умеют убеждать. И знают, о чем следует помалкивать. Я выполняла задания, которыми точно не буду гордиться. От тебя ждут слепого повиновения. А если ослушаешься? Когда Мира предложила мне шанс выбраться оттуда, я согласилась. Несмотря на все, что я сделала, у меня остались представления о морали. Ясно. Давай, расчехляй, короче. Ну как, этого хватит? На 10 таких штук хватит. Готова взорвать по твоей команде. Давай. Я готов. Патронов все равно нет. Брать пойду неоткуда. Пойду посмотрю на оборудование за стеной. Удачи вам обоим. Может, мы тоже куда-то спрячемся, нет? Ну, поехали. Операция «Надери зад» начнется через 3, 2, 1. Это было не очень умно. Господи. Ты как, Торрес? Торрес? Ты где? Себастьян Кастелланос. О, только не ты. Ты отказываешься ступить во тьму. Значит, хочешь вытащить меня на свет. Необдуманные решения всегда тебя подводили. Ну иди. Я тебя жду. Хочешь найти любимую дочку? Так иди же. Узнай, то ли это, о чем ты мечтал. Что происходит? Господи, Лили, ты здесь. Это, конечно, все очень жестоко, учитывая, сколько у меня патронов. И я вижу врагов. Глава 12, между тем. Бездонная пропасть. Ладно, было тупо. Слушай, это не огненный чувак? Если не огненный, то еще ладно. Если огненный, то уже не ладно. Мы контролируем ситуацию. Мне нужно его работать, потому что у меня топор. Это хоть как-то мне поможет. Я мог бы с разбега, но лучше не надо, потому что могут услышать. Это довольно шумная хрень. Спокойно. Два патрона на все про все. Я, честно говоря, в шоке. Есть подозрение, что здесь еще очень много всяких из воды может быть. Прилег, тварь. Так, еще один топорик. Врагов поблизости. Что это? Сумок? Спасибо. Патронов все равно ни хрена нет, поэтому твои подсумки мне вообще не нужны. Нам он туда, походу, в эту арку. По-другому, походу, не выйдем здесь. Мне показалось, что это патроны. Но, конечно же, глупо было рассчитывать на что-то такое хорошее здесь. Ох, мама дорогая, господи, это-то что там такое большое светящееся?
Спи, отдыхай. Блестяшка. А их там довольно-таки дохрена. Тетка где-то там. Мама, что это? Что-то новенькое, ясно. Вообще не страшно, не боимся. Так, ясно. Давайте пока почистим там. Пусть оно себе ходит. Оно вроде как довольно медленное. И не то чтобы очень прям страшно. После того, что мы видели, всякие вот эти вот слизевые монстры, это уже нормально. Пойдет. Рядом? Что ты, сука, делаешь? Блять, я просто временами хренею с этой игры. Красный значок появляется, когда ты можешь подбежать к врагу и ударить его. Да, верно. Когда ты нажимаешь кнопку, которую нужно нажимать для того, чтобы подбежать к врагу и ударить его, Кастелланос бежит к ближайшей стенке и прилипает, потому что на эту же кнопку назначено то самое прилипание. И поэтому вы в проблемах практически всегда. Нахрен иди, ненавижу вас всех. Блин, а там что-то может быть с той стороны? Нет, там ничего нет, я же смотрел с той стороны, в принципе, там было видно, что делать нехрен. А, я не могу тут пройти, я понял. Невидимые стены. Кракозябра большая продвигается в нашу сторону. Но делает это очень неспешно. Я думаю, что за нее дали бы очень много лута. Давайте мы убьем тетьку, которая вон там. А после этого разберемся с ним. Я чувствую, что я в силах это сделать. Почему-то моя уверенность в этом велика. Они меня вообще не видят, если честно. Потому что я увидел. Кастельян, давай, не прилипай. Вот красные побежали. Делали. Отлично, молодец. Не разочаровывай меня так больше никогда, хорошо? Иначе я тебя убью. Нам нужны эти мозги. Хорошо, с большей частью проблем порешили. Осталась одна пузатая, ублюдочная. Я думаю, что с одного топора там или с одного этого мне ее не убить. Я даже не знаю, зачем я это пробую, наверное, потому что я чувствую вкусный juicy loot, но чтобы его получить, придется постараться. Сука, бей, почему ты не бьешь? Почему ты не бьешь? О, боже мой, такое не каждый день увидишь. Ты же явно встанешь, да? За тебя даже ничего не дали?
Ясно. Понятно. Больше в деревне ж никто не живет. Никто не должен ничего, да? Ну, вроде, да. Мне показалось, что это он стал. Здесь просто еще один такой же есть, походу. Я могу честно сказать, мне такие локации вообще не нравятся. Как вы знаете, в хоррорах я меньше всего люблю сюр. Меня не впечатляет, как правило, такое. Я в них не боюсь в эти моменты. И вообще все, что с Теодором связано, мне в этой игре не сильно нравится, пока, честно говоря. Но это, я думаю, пока, потому что там были крутые моменты. Но их было мало. По большей части были какие-то некрутые моменты. Вскочил. Поголос сраный. Блять, вопросы. Ого, ни хрена вас там. Так, это резко меняет дело в сторону. What the fuck? Хорошо. Я просто вижу, что нам вот эту штуку, походу, надо взять. Чтобы ее взять, похоже, придется попотеть. Думал, что мне нужно туда, можно было обойти. Так, ладно, по крайней мере, это я совсем не зря сделал. Это чьи там ноги торчат? А, это ботинки. Снова лута не видать. И мы подошли, походу подошли. Да, тут игрушки лили. Мама никогда не сдавалась. Не то, что ты. Она пыталась тебе сказать. А ты глупый, не слушал. Нет, все не так. Мира смогла то, что не смог ты. Ты не хотел слушать и потерял их обиды, а потом себя самого потерял. Ты обо мне ничего не знаешь! Мира поняла, что для достижения цели надо уметь подчиняться, объединяться. Слушай, ну Теодор умеет, да? Залезть в мозг, тварь. Умеет магёт. Приляк.
за какие-то насосные станции? Что это за дренаж? Ой, мамочки, вот этого я совсем не хочу. I never asked for this. Не-не-не, туда я не пойду. Я так вот эту вот жидицу подберу. И буду, наверное, выдвигаться отсюда. До свидания. Только не эти, блин, прыгучие виндишки. Или Кастелланос. Ох и дичь. Тихо, спокойно. Ты туда ходишь? Ну вот и ходи себе туда-сюда, не вылезай, ладно? Здесь явно кое-кто сейчас попытается встать. Вот этот кое-кто. Нет? Но я должен взять эту жижу. Я честно скажу, здесь, наверное, можно найти какие-нибудь прикольные там документы или что-то в этом духе, но я отсюда побыстрее пойду. Мне вообще не нравится это место. Я не думаю, что это Лили говорит. Я думаю, что это слова Теодора, который просто Сева слушает и слышит, как и голос Лили. И после этого ты все равно хочешь воссоединиться с Лили? Я хочу. Я должен найти ее. Ладно, тогда иди ко мне. Патроном по-прежнему довольно-таки печально все, но в целом... Лили? Это правда ты? Лили? Нет! Лили! Ну вот и она, твоя дорогая дочь. Ты не этого хотел? Папа? Это все ты виноват. Почему ты меня не спас? Нет, пожалуйста. Я не смог. Я хотел. Обречен повторять ошибки прошлого. Или примкни ко мне. Сделай это, и я исполню все твои мечты. Вместе мы заберем Лили у мира. Когда у меня будет сила ядра, ты станешь по-настоящему свободным. Нет.
Пулями меня не остановишь. Когда же ты поймешь это? Ты выстрелил в меня, Себастьян. Зачем? Нет, нет. Чё? Ладно. Давай-ка выбираться. Нельзя ему поддаваться. Тебе надо отомстить этому ублюдку. Себастьян, Себастьян? Что с тобой? Ты в порядке? Ты слишком много работаешь. У тебя голова уже кругом идет. Мира? Торрес, где? Я дома. Как я...